Всем привет! Показываю, как работает грунтовой теплообменник уже в готовом виде. Вот это вот забор воздуха. Труба пошла туда по траншейке, возвращается и заходит вот здесь в утепленном коробе в дом. В планах еще сделать вот здесь забор из дома. То есть здесь сделать угол, ввести в дом и переключение, чтобы можно было и с улицы, и из дома. То есть домашний воздух охлаждать, не загоняя уличный воздух. Так, на улице у нас сейчас плюс 29. Идем мерять температуру внутри. Значит, у меня стоит канальный вентилятор, который без сопротивления гонит 100 кубов в час. С сопротивлением трубы он гонит где-то 30-40 кубов в час. Я замерял анемометром скорость ветра, скорость потока. Получается 30-40 кубов в час. Работает уже 2 часа. Замеряем температуру. Вот. Вот 17 градусов. При том, что на улице плюс 29. То есть разница 12 градусов. И вот так вот он будет работать, в принципе, на протяжении всего дня. Труба не нагревается. Ну, может, там на 1 градус. То есть при таком потоке воздуха он не нагревается. Но и другой минус, что при таком потоке воздуха слишком охладить дом не получается. То есть нужно однозначно ставить вентилятор сильнее, что я, возможно, в будущем сделаю.